расплатиться в магазине банковской карточкой, получить наличные в банкомате, оплатить услуги через интернет. Сегодня мы даже не задумываемся о том, как все это работает. На самом деле наш повседневный комфорт зависит от согласованной работы множества сложных систем различных производителей. Но чтобы они могли работать вместе, нужен системный интегратор. Компания, которая объединит существующие решения и получит на их основе новые. Задачами системной интеграции занимается IBS Group, один из первых коммерчески успешных системных интеграторов в России. В 90-х расплачиваться пластиковыми карточками в России могли только иностранцы и лишь в ограниченном числе валютных магазинов и ресторанов. Российским гражданам международные платежные системы были недоступны. Отечественные банки в то время такие услуги не предоставляли. Внедрением электронных платежных систем в нашей стране начала заниматься компания IBS, основанная в 1992 году Анатолием Карачинским. С самого начала очень четко спозиционировался на эту позицию системного интегратора как наиболее выгодную в тот момент, потому что деятельность системного интегратора на рынке, формировавшемся тогда в начале 90-х, позволяла без особых финансовых затрат, а денег-то было мало у всех, позволяла быстро начать получать выручку. И, в общем, была по тому времени довольно высокомаржинальной. Системный интегратор не разрабатывает новые системы и не создает устройства. Вместо этого он постоянно изучает рынок, чтобы быть в курсе всех новинок, их возможностей и преимуществ. Существующие приложения уже опробированы, их эффективность ясна. Интегратор фактически собирает из них точный пазл под заказчика и добивается их согласованной работы в единой системе. Например, когда мы расплачиваемся карточкой в магазине, должны практически одновременно сработать кассовый терминал, системы связи, банковская система, которая проверит состояние счета клиента, и многие другие приложения. Эти системы и устройства разрабатывают разные производители, и именно от системного интегратора зависит, насколько эффективно и без сбоев будет работать целостная система. Достаточно сильные управляющие менеджеры, они очень прагматично подходят к тому, какую инфраструктуру нужно строить. В большой степени системный интегратор делает выбор за своих крупных клиентов, какую инфраструктуру использовать, дешевую, дорогую, среднюю по стоимости. И они правильные, прагматичные выборы делали и продолжают их делать. Анатолий обладал опытом и знаниями, необходимыми для создания в России компании системного интегратора. Первым успешным проектом IBS стали системы автоматизации услуг для частных вкладчиков банков. В мае 1993 года заработал первый банкомат, установленный IBS, а в августе Сбербанк выпустил первую пластиковую карточку в системе «Дельта-банк». В Советском Союзе частные лица платили за все только наличными. Лишь организации и предприятия могли проводить безналичные платежи. Поэтому в начале 90-х, когда частные лица получили возможность вести расчеты через банк, оказалось, что практически никто не умел это делать. Необходимо было не только создавать инфраструктуру, которая позволяла пользоваться карточками, ставить банкоматы и платежные терминалы. Пришлось ломать стену недоверия. Люди не доверяли этим устройствам и боялись их. Но те компании, которые все же рискнули внедрить автоматические системы работы с банковскими счетами, получили серьезные преимущества. На какое-то время они стали почти монополистами. Всем казалось, что вот все это растет, и так будет бесконечно. То есть мы, в принципе, рисовали кривые, уходящие куда-то там в бесконечность, с ростом там 50% каждый год. Но планы нарушил финансовый кризис. Дело в том, что до 1998 года IBS работала лишь с российскими заказчиками. В августе офисные телефоны умолкли. Сократить сотрудников и ждать, когда снова оживится отечественный рынок, в компании посчитали невозможным. Я начал так вот думать, смотреть, что неправильно. И начал что-то так смотреть истории, смотрю так раз последние там 10 лет, смотрю и вижу, вот когда у них хорошо, у нас плохо. Когда у нас все отлично, у них плохо. Я думаю, ой, какую я классную вещь нашел. То есть, значит, надо диверсифицироваться географически. Да? И мы как бы начали думать, а что мы можем делать такое, чтобы у нас еще вот заказчики были не в России, а по всему миру. Чтобы расширить сферу деятельности и диверсифицировать бизнес с точки зрения географии услуг, в 2000 году была создана компания Luxoft. Она ориентируется прежде всего на глобальный рынок и занимается разработкой программного обеспечения на заказ. Мы начали искать, с кем, кому вот продаться там на первый контракт. Кому, вот, и так случайно получилось, ну просто нам повезло. Да. Тут, ну там, приехал президент Боинга сюда. Он приезжает, а у нас там 1 000 000 идей.
И мы как начинаем говорить, а вот смотри, вот такую штуку можно сделать, такую штуку. Он там просидел часа два, рофт открыт. Ну и все, и так все началось. С годами меняется не только специализированное программное обеспечение, но и компьютерная техника и операционные системы. Одна из задач для Boeing – перенести успешно работающие привычные компьютерные программы на новые платформы. С уверенностью можно сказать, что ну, почти половина софта, которые были написаны для Boeing там, за последние 10 лет, там, написаны российскими программистами. Сейчас, кроме Боинга, среди клиентов Люксофт, Deutsche Bank, IBM, Dell, не говоря об отечественных предприятиях, до 95% заказов Люксофту поступает от крупных мировых корпораций. Когда попадаешь в такую корпорацию, где уже есть свои игроки, есть очень плотная конкуренция, то сразу надо понять, за счет чего и как проекта выигрывать. Вот для нас это где-то ушло на это год, за счет чего можно было выжить, это за счет высокого качества, так сказать, производительности. Мы всегда пытались делать то, что наши конкуренты, если и могут делать, то делают гораздо медленнее и хуже. Бизнесы нуждаются в постоянном совершенствовании рабочего процесса, улучшении производительности труда, снижении затрат, и все эти факторы будут только способствовать росту рынка системной интеграции. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет он должен вырасти до 340 миллиардов долларов в год. Что такое программное обеспечение? Это все. Я вот как-то обедал уже там, в 2006 году, что ли, там, с бывшим министром обороны США. Ну, там с ним спорили, кто выиграет войну гипотетически в будущем, что будет, если война. Он говорит, я согласен с тем, что войну выиграют программисты. Потому что тут у кого лучшая система будет, все будет управляться процессорами. И тут у кого будет лучшая система, он выиграет только потому, что он выведет из строя там, систему противника. Да, там, и не важно, сколько у него танков будет, сколько у него там будет бомб и так далее. Да, там, они просто не взлетят, не поедут там, или полетят не туда, приедут не туда. Сегодня в группу IBS входит более 30 компаний, в которых работает почти 10 тысяч сотрудников в 76 странах мира. В таком смысле есть синергия между бизнесами, мы друг другу помогаем. Это чисто вот с точки зрения бизнеса. Да? Но, естественно, иметь за спиной сильную группу с ее финансовыми возможностями, там, с именем и так далее, тоже очень полезно. Особенно в момент запуска бизнеса это гораздо проще делать, там, сказать, жить проще, когда у тебя за спиной есть такой сильный партнер. Компании, входящие в группу IBS, занимаются разработкой программного обеспечения, построением IT-инфраструктуры предприятий, IT-аутсорсингом, внедрением бизнес-приложений и IT-консалтингом. IT-консалтинг – проектно-ориентированная деятельность, связанная с информационной поддержкой бизнес-процессов, позволяющая дать независимую экспертную оценку эффективности использования информационных технологий. Спрос на системную интеграцию очень высок. Компании меняют бизнес-модели, создают новые подразделения и филиалы. Частая смена законодательства, увеличение количества обрабатываемой информации – все это нуждается в новых технологических решениях. Мы каждый день, каждый месяц, каждый год делаем новые проекты. Каждый следующий проект – это новый челлендж, это новые технологии, это новые клиенты, это новые задачи. И это, конечно, очень вдохновляет. Потому что в этом плане застояться невозможно, потому что мы все время преодолеваем. И мне кажется, это очень заводит всех людей. И дает вот этот импульс для такого, для вдохновения. В IT-компаниях, как правило, главную роль играют не материальные активы, а интеллектуальный потенциал сотрудников. Тот бизнес, который мы делаем, это бизнес, который основан исключительно на каких-то больших проектах, которые мы делаем для наших клиентов. И те люди, которые делают эти проекты, которые их придумывают, которые их реализуют, это и есть, наверное, наши главные несущие стены. Преодоление трудностей не обходится без ошибок, но в компании принято к ним относиться как к ценному опыту. Даже ко мне пришел журналист из Нью-Йорк Таймс и спросил, сказать, посмотрел нашу компанию, восхитился, сказал, слушайте, сказать, вот какую компанию вы классную, какая у вас, сказать, должно быть классное образование, да, сказать, дорогой, я говорю, там, подумал, говорю, очень. Он говорит, сколько? Я говорю, ну, миллионов там 30 на данный момент. А она на меня обиделась, что я над ней шутил. Я говорил правду, потому что каждая моя ошибка компании стоила довольно больших денег. Расставиться денег было бессмысленно.
И поэтому я считал, что это вот стоимость моего образования. С каждым днем для компьютерной техники появляются новые области применения, и для каждой требуется специализированное программное обеспечение. Охватить весь рынок и выбрать наиболее эффективные решения для отдельной компании становится все труднее. Правильный выбор может дать конкурентные преимущества, а ошибочный – привести к убыткам и потерям. Ставшие популярными сейчас облачные вычисления не вытесняют системных интеграторов, а напротив, дают им новые возможности. В котором все проинтегрировано, и все облака публичные, например, все равно для каждого конкретного покупателя нужно делать интеграцию между различными облаками, такой полной консолидации, чтобы какая-то одна компания получала все услуги из одного облака, одного поставщика никогда не будет. В группу компаний IBS инвестировали такие крупные американские финансовые структуры, как Citibank и AIG. В 2005 году IBS Group осуществила частное размещение более 7 миллионов собственных акций в виде глобальных депозитарных расписок на франкфуртской бирже. Такое размещение значительно повышает стоимость компании и делает ее более привлекательной для западных инвесторов. Вообще помню, что Анатолий Михайлович, конечно, был в этом смысле человеком чрезвычайно продвинутым и в силу, так сказать, своего опыта, очевидно, приобретенного в совместном предприятии, он, знаете, в какой-то момент стал таким не просто гуру, а действительно учителем. В то время, наверное, еще учебников не было, где писалось, как это правильно строится. Все нащупывалось там поэкспериментально, но оказались эффективными-то именно те компании, которые не изобретали велосипедов, а использовали то, что уже доказало свою работоспособность, пригодность, эффективность на мировых рынках. IBS оказала существенное влияние на развитие российского IT-рынка в начале 90-х. Тогда она была пионером внедрения в России моделей работы, принятых в развитых IT-холдингах мира. А сегодня IBS остается одним из ведущих системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения, предлагающих свои решения крупнейшим мировым корпорациям в самых разных областях.